Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль Toyota RAV4 2000 года. Автомобиль оснащен мотором 2 литра на автоматической коробке передач. По факту у машины всего лишь 3 владельца. Последний владелец владел автомобилем 16 лет. По базе владельцев, по-моему, больше, но там, в связи с чем это все случилось, был перевес номеров. То есть на этой машине продавали номера, ну там, наверное, пятерки там были, да, либо, может, что-то еще такое. Вот из-за этого по базе будут владельцев биться больше. Так, машина, значит, в хорошем техническом состоянии, красивый внешний вид, никаких глобальных работ по кузову не производилось, были только окрасы, потому что сами, наверное, понимаете, что машине на сегодняшний день больше 20 лет, и чтобы она вот так вот красиво выглядела, нужно было произвести какие-то покрасочные работы. В целом, машина вообще классная. Плюс она вся в шумоизоляции полностью. В багажнике у нас стоит сабвуфер Stealth DLS. Моноблок тоже у нас с вами DLS. Вся акустика стоит здесь DLS. Ставили ее, скорее всего, уже тоже, конечно, давно. Салончик у нас здесь с вами вот такой вот чистенький, аккуратный, замечательный. Все прекрасно, в принципе, все видно, ну, все классно выглядит, мне очень нравится. Спереди у нас с вами такой же приятный салон. Так, давайте расскажу про комплектацию, ну и заодно включу, покажу, как же здесь все-таки играет шикарная музыка. Так, давайте закончим немножко с акустикой. Значит, здесь у нас с вами пищалочки DS, DLS. В дверях динамики тоже стоят, все DLS-овское. Так, значит, по комплектации у нас с вами 4 стеклоподъемника, коробочка передач автоматическая, ручник, кстати, тоже работает исправно. Отопитель салона, конечно же, будет с кондиционером. Вот так вот установлены еще здесь партроники, красиво, аккуратно. Магнитолка от фирмы Alpine. В комплекте будет целый набор ключей, сигнализация. Автомобиль заведен, ровненько работает мотор. Пробег, я вижу, 192 тысячи километров. Так, ну и давайте навалим музычки. Новости. Как всегда, только хочешь включить музыку, у нас с вами начинается рекламка. Найдем сейчас что-нибудь интересное. О, Касабланка в самый раз идет. Так что, если вы любите музыку, музыка вам здесь точно понравится. Ну и в целом, машина классная. По технической части мне она понравилась. Шикарно все, красиво едет. Конечно, по салончику есть следы эксплуатации, но в целом нужно не забывать, что машине больше 20 лет. Так что вот такая вот красивая, симпатичная, ухоженная, с музыкой Toyota RAV4 на ваших экранах. Машина в наличии в Сумо столице. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Мы заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про этот автомобиль. Если все устроит, машину сможете у нас приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.